Всем привет! Сегодня на повестке дня у нас косметика Стил. Пришла она мне вот в таком красивом пакетике. Посылочки мне приехала вот такая интересная черная Infocus. Смотрите, она в защитной пленочке. Сейчас посмотрим, какая у нее щеточка. У меня цвет черный. Как туго открывается. О, наконец-то. Все потому, что здесь была наклейка, а я ее не сняла. Не заметила. Так, выкручиваем и смотрим щетку. Вот та самая крутая щеточка, за которую я взяла данную тушь. Посмотрим, как она будет в деле. Запаха практически нет, он нейтральный. Цвет мне нравится. Тушь черная, но не угольно-черная, достаточно натуральный черный оттенок. Эта тушь 3 в 1. Она дает и объем, и удлинение, и разделение ресничек. То есть она универсальная. Свеженькая. Также ко мне приехала вот таких вот 4 помадки. Я специально выбирала их из разных линеек, потому что мне так захотелось. Первая помада называется «Перистые облака», оттенок 0,73. All Diamonds, россыпь бриллиантов. Она у нас с голографиком, с голографическими частичками. Вот такая вот очень красивая помада. У нее очень нежная текстура. Мне нравится, что она бархатистая, что у нее не четкий контур, а слегка размытый. Цвет у помады очень нежный. Даже я бы сказала нюдовый. Вот посмотрите. Очень красивый оттенок. Далее у нас очень ядреный, красивый цвет. Кремовая помада. All Star. Только звезды. В эту серию вошли самые крутые востребованные цвета. Я из них выбрала очень для себя, мягко говоря, непривычный. Называется «Красная вспышка». Смотрите на колпачке по сравнению с предыдущим вариантом. Конечно, это будет прям бомба. Открываем «Красную вспышку». Вот она, красотка, алая, с таким слегка коралловым оттенком. Я блондинка, мне должно подойти. Смотрите, по сравнению с предыдущим вариантом с перистыми облаками, помада более графичная, более яркая. У нее более четкий контур. Если нужно будет, его придется вручную растушевывать пальцем или кисточкой. Но оттенок мне нравится. Это именно то, что я хотела. Красный, но холодный. Не слишком темный, не слишком светлый. И не уходящий ни в какой прям открыто оранжевый, малиновый. Достаточно приятный оттенок для моей бледной кожи. Дальше у нас матовая помада Top Satin. Она бархатная, нежная. Глубокий матовый цвет. У меня оттенок называется «Итальянский полдень». Итальянский полдень. Сейчас посмотрим.
Такой вот необычный оттенок, он слегка коричневатый, без каких-либо блесток, голографий, вкраплений. Матовый. Сейчас посмотрим сам цвет. Он тоже очень нежный, не такой графичный, как предыдущий вариант. И правда отдает в какой-то легкий коричневый оттенок, но с фиолетовым подтоном. То есть это не цвет кирпичный какой-то, а именно фиолетовый подтон дает такую нежность, нюдовую даже. Следующая моя помада. Это улыбка Джоконды. Она из коллекции All Dreams. Все мечты. Она стойкая, с супер насыщенным цветом. Оттенок очень нежный. Мне кажется, из всех, что я выбирала, он самый-самый-самый нюдовый. В принципе, я так рассчитывала. Нежно-нежно-розовый. Очень легкий. Мне очень нравится. Он самый повседневный, самый универсальный под любой образ. Вот такая интересная сегодня у нас была посылочка. Подписывайтесь на мой канал. Впереди много всего интересного.